Родители, туда, 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 все уходите в ту сторону. Все туда, 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 в Экспо, в Экспо. Работаю гардеробщиком на минус первом этаже всегда. Как обычно, это был рабочий день. Никто не ожидал, то, что такая трагедия может случиться. Понимал то, что если я буду в шоковом состоянии, я могу потерять свою жизнь и также потерять сотни жизней людей. Сперва были непонятные звуки. Я думал, может, это эскалатор там провалился, может, что-то, или опять там какая-то пьяная компания. Но потом, когда начали люди убегать со стороны эскалатора, там со стороны лестницы, вот тогда я уже понял то, что эта атака настала, и момент уже инстинкт сам уже сработал. Автоматически там людей эвакуируют в сторону Экспо. То есть получается, над вами. Ты не видел их? Нет, я одного видел, бородатого, такой в зеленом камуфляже был, с автоматом вот так ходил. Угу. А ты видел его снизу, наверное, или где? Вот? Да, я вот под лестницей его видел, он был просто спиной стоял, шел, короче, в сторону концертного зала. Потом я еще смотрел видео, после того, как домой пришел, там концертный зал подожгли, там еще люди остались. Давка была, и все были в шоке сперва, никто не понимал, что делать, куда идти. Но я старался каждому помочь, и практически все следовали инструкции. Но я делал просто свою работу, честно, я себя просто героем не считаю, это была часть моей работы. Лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотни людей.